впервые проедешь через Auto-Repair, на карте появится значок заезда на время для твоей машины. Чтобы начать заезд, притормози у перекрестка, а затем одновременно выжми газ и тормоз. Все найденные заезды отмечаются на карте. Пришла пора немного побегать. Тебе нужно пробиться на юго-запад. Мэйбл Ян, уцелеешь, получишь отметку на правду. Побегах преследователи всегда гоняют на тяжелых Hunter Civilian. Чем крепче твой автомобиль, тем больше шансов выжить. Компас в верхней части экрана указывает на финиш, а дорожные знаки предупреждают о повороте. Короткие маршруты ищи сам. Побеждай чаще, быстрее получишь новые права. Начинаем гонку. Езжай на восток. Wildcats Baseball Stadium.
Теперь у тебя есть права класса D. Все твои заслуги стерты с карты. Можешь заново пройти все заезды и накопить победы для получения новых прав. Не забудь обмыть новые права и забрать Hunter Miskit на джанк-ярде. Гонку. Ну что ж, езжай на северо-запад, кантри-клад. Бей соперника с дороги, тебе начнется. К тому же получишь немного нитры. Кемура SI7 сейчас гоняет по Paradise City. Разбей ее, чтобы добавить к своей коллекции. Готов ехать? Езжай на запад. Гвинтфарм.
прямо сквозь ворота. Разбей ее и забери со свалки. Чтобы закрутить тачку, заскочи на трамплин на максимальной скорости и во время взлета дерни ручник. Штопоры и заносы в цепочке, чтобы набрать больше всех очков за ограниченное время.
Hunter Vegas сейчас гоняет по Paradise City. Разбей его, чтобы добавить к своей коллекции. Пропустил поворот, используя ручник, чтобы отправить машину в занос.